Доброе утро, страна. Мне явно надо купить новую карту памяти, это глючит. Сегодня, если пойдем в магазин, куплю. В общем, мы вышли из дома и мчимся с Артемием на электричку, потому что мы едем к Марине. Все успеваем. Хорошо сегодня собрались с утра. И поедем, прокатимся, отдохнем у Марины. Ой, я соскучилась по ней ужасно, везли целую коляску вещей, потому что начала расхламляться. И когда у меня какая-то одежда в идеальнейшем состоянии просто, я первым делом предлагаю ее Марине. Вот, если она хочет, то отдаю ей, если нет, уже на Авито выставляю. Ну вот, короче, везу ей обновки. И еще у меня там для нее подарочек есть. Просто подарочек. Вот. Погода сегодня морозная, прям январь. Но я несусь, и мне жарко в этом пуховике. Потому что я прям очень быстро иду. А, Лешер сегодня поехал на работу. Он же сейчас неделю работает. Но сначала он поедет на квартиру, заедет. Наверное, он уже там повез это... провода. Ну, проводку. Очень много метров купил. Не знаю, сколько. Не вдавалось в эти подробности. В общем, сегодня он будет делать проводку. И он даже просил меня посмотреть, в какое время можно шуметь. Я погуглила, в Питере можно по выходным шуметь с 12 до 10. Но при этом сейчас до 3, любой день, будни, выходной, тихий час. Потом поправим. Вот, в общем, так что с 3 часов они начнут штробить там, будут делать проводку. А я еще светильник не выбрала в коридор, блин. Короче, все как всегда. Ну, это дело десятое, светильники уже потом докуплю. Самое главное, я основные заказала. Ну, вам не показала, потому что я забыла вставить это в облог. Ну, кто на стену меня подписан, тот видео. А мы... Ой, камера запотела. Хотя это экранчик запотел. Мы у Марины. Котик, подвинься, пожалуйста. Я хочу сюда присесть. Ну, ты что это за... кошак. Мое место скажу. Давай, свались отсюда. Так, что у тебя в киндере? Буба! Круто, повезло тебе. У Артемия Буба, у меня кот, а у Марины ребенок. Что-то надо поменяться, нет, наверное. Нет, нормально, нет? Все. Будешь кормить тогда я? Легко. Ариш, ты голодная? Ты голодная? Иди, привет! Ой, ой, веселая какая! Выспалась ты, да? Что это? Что-то. Папа слепалка. Артемий, мне кажется, ты... У Марины случилась штука, но она ее примяла, короче. Тесто просто побег совершило из этой миски. Просто представьте, я не успела заснять, как обычно. Обалдеть. Шебная, просто. Обалдеть. Ну что, кто мне на диету садится? Я решила, что я худеть начну где-то в марте примерно, как холода уйдут. А то я сейчас реально, я в состоянии женщины, которая, я такая толстая, надо бы похудеть. И думаю, это, пью чай и заедаю куском торта четвертым там за 2 дня. Какая я толстая. Так что, ребята, я весной буду худеть и летом. Не к лету, а летом. Не, ну, надо, я буду плохо втискиваться в купальнике, поэтому надо будет все-таки похудеть еще на килограмм и мышцы подкачать. Не, в декабре я вписалась в этот марафон, где диастаз собирать. Mm-hmm. Вот такой. То есть не похудательно, а именно, чтобы эти все мышцы, так что буду заниматься. И вы посмотрите, кто пришел. Что это? Кто? Не надо жрать мою камеру. Вы еще не знаете, друзья, вот эта рыжая морда, она приедет ко мне на новогодние каникулы. Потому что у него хозяйка очень умная женщина, которая не привыкла, что у нее есть еще один ребенок. В мусорку. В обычную самую. Я купила билеты к маме в Карелию на Новый год, на 31 декабря. И совершенно забыла, что у меня есть кот, у которого нет паспорта, нет переноски, нет вообще ничего. А билеты я купила невозвратные и... Короче, вагон не для животных, а в «Ласточке» все очень строго с этим. А я нелегалов принимаю. А да, вот тут это... Концу. Вот тут это. Это. Ну, радость Артемия будет. Ой, ты посмотри, у него мечта, котики.
кот такой, спасите, хвост напал на меня. Вот это не хвост на тебя напал, поверь. Счастье-то у Артемиса. Артемий загадал Олесе загадку. Два папы и два сына. Сколько их всего? Соображай. Не. Меньше. Почему? Я уже сказала, что три. Рина, это не шезлонг, он не качается. Потому что папа для дедушки, папа для сына. Это дедушка, папа и сын. В чем тут ошибка? То есть я правильно начала рассуждение? Да. И я все пробую силу, давай еще раз. Ну, это вот так вот делать, но мы делаем вот так. Мы писали, наши пальчики устали. Мы немножко отдохнем и опять писать начнем. Кто сказал, что ноги на стол нельзя? Вот так вот мы еще пойдем. И вот так вот могем. В Артешинах носочках. Из закромов. Иди. Так вот мы и сидим. Хорошо сидим, между прочим, правда? Сейчас собираемся идти. Да, последнюю пиццу. Марина наготовила на полк солдат. Я боюсь, я не встану со стула. Не на полк. На три хрупкие девочки. И на одного не менее хрупкого мальчика. Так? Ты хрупкий? Нет. Нет. А что такое хрупкий? Это когда упал и все разбился. Ну, молодец. У нас я вон помню, тут новоявленная мать. Так разволновалась. Конфисковала у меня коляску. Так что мы идем теперь у нас прогулка, как всегда. Мне надо кое-куда в магазин зайти. Раз уж я в люди-то вышла, в город с села своего приехала. Видно, кто из нас в городе живет. Да я даже не знаю, в чем разница. Такая вся красивая. А мы опять тут. Поклубочки. Ням-ням-ням. Так, я затарилась. Полкило миндаля жареного. Мы его очень любим. И тут он вкусный и дешевый, поэтому тут берем. И это халва узбекская с арахисом. Это сладкая штука. Будешь потом есть? Да. Артемий изнывает, не хочет в магазин ходить. Ну, сейчас мы в фикс-прайс сходим, и все, я думаю, уже потом пойдем на электричку. А теперь мы в фикс-прайсе. Тут все для Нового года. И красивые украшения. Венки красивые с этим, с хлопком. Так, табуретка, которая мне мешает проехать. В воскресенье, конечно, с коляской сюда лучше не заходить. Ой, красивые шапочки белые. Для снегурочки. Это что? Это что, пакеты? Красиво. Веточки такие. Ой, интересно, это светится? А, это вон гирлянда. Такая гирлянда интересная. Ой, коляску угнали, вы смотрите. Угнали коляску. Чего ты увидишь? Такой прозрачный намек. Это будет классно смотреться у Алисы в комнате. А смотри, а вот тут шишки светятся. Снежное кружево. Красиво. Бумагу упаковочную. Так, подсвечник. Ваза красивая. Свечи? Нет, это же не свеча. Что это? Это просто красота для красоты. Это ваниль. Часы на стену. Можно было бы надеть такие в спальне, но Алиша... Я бы взяла такую в спальне, но Алишер не поймет, сколько времени опять. У нас уже есть одни без цифр, он все время меня спрашивает, сколько времени на них.
Мне кажется, это надо как-то исправлять, Лиз. Что ты посоветуешь? Я не знаю, запиши его. Я тоже не знаю. Подготовку к школе. Блин, он меня прибьет за шуточки. Какие крутые масленки. Смотрите, это просто спрей. Мне визуально очень нравится в сером цвете, но функционально мне больше нравится вот это. Смотрите, взял и просто помазал, потому что я никогда много масла не наливаю. Я теперь думаю, какую взять. Ты чего? Что? Да, конфетки красивые. Мы нашли чудесные бокалы. Дай покажу. Антиалкоголик. Смотрите, твори, вдохновляй, мечтай. А вот здесь, так, не мешаю. Опа. А вот тут написано «Королева» — это состояние души. Тебе какой? Мне ту кружку на литр. Кружку на литр? Марина, ты будешь его брать? Да, только я вот не знаю, твори. «Королева» — это состояние души. Мне больше этот как-то нравится. Она же попская, ну, Катя. Артемий и энтузиазм, когда ходишь по магазину. Кончилось электричество в троллейбусе. О! Сейчас, наверное, заведется и поедет. Чему оно кончилось? Не знаю, что с ним случилось. А вот и наша родная станция. Мы приехали в Сестры. Артемий тут. Аришка спит всю дорогу. Мы успели на электричку, которая въезжает на полчаса раньше той, на которую мы планировали. Мы ехали на троллейбусе, но мы приехали от остановки троллейбуса до электрички пешком. Ну, минут 5. Плюс еще надо турникеты пройти. На платформу зайти. А мы приехали, у нас 2.5 минуты до электрички, а следующие через полчаса. Мы как рванули, как побежали. Аж на красный. Да, мы даже перебегали на желтый свет. Дорога получилась, что на красный. Но нас водители подождали. Подумали, наверное, сумасшедшая мать с коляской бежит. Я бежала так. Мы успели. А, да, Артемий там летел, он отставал от меня, там неровный был этот брусчатка. И, короче, мы добежали, я думала, у меня легкие сгорят просто. Я ж спортом-то еле-еле занимаюсь, кардионагрузок у меня вообще сейчас нет. Ну как, есть, ну такие, походить с коляской, а вот чтобы бегать, нету, господи, еще в пуховике. На морозе. Коляска опять груженая. Накупила там фикс прайс всякого разного. Блин. Ну, добежали. Сэкономили полчаса времени. Вот. Ну, очень не хотелось просто сидеть и ждать, поскольку мы приехали до электрички, поэтому рискнули и успели. Теперь идем домой. Сейчас прямо к 7 часам вернемся. Это вообще рано. Успеем и поужинать. И как раз укладываться спать. Но сейчас 8 вечера всегда в сторону кровати начинаем двигаться. Ну и к 10 уже гасим свет. Я обычно засыпаю где-то ближе к 11, потому что когда дети успокаиваются, я там еще... Ну, раньше я читала, а сейчас я в основном сижу в интернете и всякое по ремонту выбираю. Мы дома. Я быстренько прибираюсь и уже будем укладываться, как я говорила. Я стала разбирать покупки, поняла, что мне показалось, что купила в фикс-прайсе. Купила платочки, носовые. Купила 2 зубные пасты, как всегда взяла склад. Я больше всего люблю эту фирму. Есть другие, многие хорошие, которые мне тоже нравятся. Но это, наверное, моя вообще самая любимая. Нет, BioRepair еще круче, но ценник, конечно, отличается от сплата. Сплат стоит почти как Colgate, если по акции найти. Вот, BioRepair стоит подороже, но там эффект намного круче. Действительно, очень хороший пас. Периодически их берем. Взяла соль для ванны, вот такую вот, для мамы моей. Она на следующей неделе начнет к нам ездить, подарю ей, она порадуется, она обожает соль для ванны.
и вообще принимать ванну. В отличие от меня, я вообще не люблю. Я вот душ, да, кайфовать под очень горячим душем, это да, а вот лежать в ванне вообще мне не нравится. Только в детстве любила. Взяла снова вот такое жидкое мыло, во второй раз уже беру. Весьма неплохое, мне понравилось. Я тут обнаружилась, что у меня кончилось, оказывается, все жидкое мыло. И я, короче, случайно вместо мыла залила этот гель для посуды. Я думала, ладно, сойдет, на кухне переставила. У меня на кухне сейчас стоит мыльница, гель для посуды. Вот, и это контейнер от Марины, это пицца, которую мы сегодня готовили. И отдельно еще вот такие две улиточки. И все, и пакетик у меня порвался. Вот, сейчас я это все разложу, еще там в сумке у меня что-то лежит, не помню, что. Что там такое лежит? Я что-то еще покупала, но я наотрез не помню, что. Ну ладно, будет важно, расскажу вам завтра. Вот, и хочу на этом закончить влог сегодняшний. День был просто шикарным, я развеялась от своего вот этого бешеного ритма, отдохнула, потому что я как белка в колесе. Вот. Да это я показываю, что мы привезли и купили. И завтра снова в бой, с новыми силами. Покажи мои пышные улитки. Показала, да, твои пышные улитки. Это я слепил. Да, Артемий все сам сделал. Молодец. Сидит, кушает. Там такой аппетит у него сейчас хороший. Просто муа. Только успевай готовить. Все, ребятки, вот теперь до завтра. Пока-пока.